Всем Дискорд, с вами Лорд Альтаир, и сегодня мы продолжаем проходить игру Marvel Битва Чемпионов. Вторая часть, вторая глава. И более сильные боссы. Ждем, пока это все загрузится. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Просто перемотайте. Так, вот. Получены награды. О, кристалл. Откроем кристалл. И поехали. Так, сейчас. Двухзвездный допыль. Хорошо, что не однозвездный. Что у нас тут есть? Золотые кристаллики. Вот он, кристалл катализатора третьей категории, который мне нафиг не нужен. Вот. Что опять шрифт нормальный пропал? Понятно, обычный шрифт. Иногда глюки такие случаются, что пропадает шрифт. Ладно. Я сделаю себе, конечно, поярче экранчик. Так. Я, конечно, не заходил там на тот сайт, но надеюсь, мне хоть задонатили. Хоть немного надо глянуть. А, кстати, появился новый акт, который я не смогу пройти до тех пор, пока не получу шестизвездных чемпионов. И не прокачаю их, так что еще очень долго, еще, наверное, год я не смогу пройти ту миссию. Осталось 15 дней. У нас тут, конечно, мастер идет. Поехали. Все наши готовы. Все, запускаем в атаку. Грузись быстрее. Чем быстрее поступает сообщение. Они наглые, имитируют нас прямо перед нашим носом. Скруллы хитрые тактики. Кажется, они пытаются заставить нас потерять концентрацию. Но это не сработает, не так ли, капитаны? О, Ник Фьюри. Фьюри, как же это чертовски удобно, что... Ты снова явился. Что ты здесь делаешь? Я за Денверс. Другую Денверс. Если мы хотим решить эту проблему со скрулами, она нам понадобится. И я думаю, мне не нужно рассказывать вам, как они опасны. А, кстати. По поводу АМВ-шек. Они были у меня сначала просто заблокированы, то есть я их закрыл. Но потом, из-за того, что один тип, скажем так, разработчик игры Бенди, приперся на мой канал и поставил жалобу на видео про Бенди, которое и так было с ограниченным доступом, и его никто не смог посмотреть. Короче, поставил жалобу, и мне предупреждение кинули. Хорошо, что я успел остальные видео вот эти про Бенди, которые... Короткометражки вот эти я себе перезаливал. Хорошо, что я остальные перезаливал, то есть, которые перезалил, я их удалил, а то бы каналу моему был бы пипец из-за этого разработчика Бенди. Реально, этот Нитли уже всех достал. Он не дает публиковать фанатские игры по Бенди. Он вообще ничего не дает, этот Нитли. Запрещает абсолютно все. Как бы весь фэндом Бенди не распался из-за самого разработчика. Пойдем по вот этой стопе, потому что там оживлял. Это аптечка лежит. Похилиться же надо как-то. Грут.
Что у меня тут такие вот? Активируем, третья специальная атака и, ну... Берем самых бесполезных. Самые ненужные перцы в бой. Пушечное мясо в бой. В атаку. Да. У него кровотечение низ. Против него нельзя использовать кровотечение, к сожалению. Что у него тут крови нет. И на 20% сильнее. Получай. Получите и распишитесь. Вот так. Все. Ну все равно шрифт пропал. Ну нафига этот глюк мне? Ненавижу, когда шрифт пропадает. Не так красиво. Идем дальше. О, Человек-муравей. Не самый сильный чувак, поэтому с ним разделаемся легко. Против него, к тому же, используется зимний солдат. Ох, немного руки устали. Ладно. Так себе, так. Да. Да, давай застрелим его, и капут не успел использовать свою третью атаку. Круто. Надеюсь, что финальный босс Скрул не будет уж таким сильным. И надеюсь, он не будет глючить, как Сокол из предыдущей миссии, которую я не записывал. Потому что Сокол там был механический такой, он лагал очень сильно в игре, из-за чего вообще нельзя было тот уровень пройти. Скажу так, хоть я и обнаружил тебя на территории... Серьезно, обнаружил? Переводчики, она женщина. Скажу так, хоть я обнаружил... Ладно, буду исправлять ошибки перевода. Скажу так, хоть я и обнаружила тебя на территории, зараженной скрулами, но я тебе верю, Фьюри. Ага, давай так. И давай так. Ты найдешь эту другую Денверс, и если она подлинная, что тогда? Тогда мы объединимся с ней, узнаем, что здесь делают скрулы, и начнем устранение угрозы. Одного капитана Марвел не хватит. Я с ней работал раньше, она ключ к успеху миссии. Хрен, тут еще переводчики наложили кучу. Ладно, против Гаморки, ну, пушечное мясо, как обычно. Потому что толку от него не очень. Гаморка. Вот. Окей. Ну, нормально у меня прокачано. Прокачан отряд. Уже лучше, вот, чем в прошлый раз был. Мне бы получить одного пятизвездного четвертого ранга. Но лучше двух, конечно же. И тогда я им всем покажу, насколько я крут.
Кулачок. Ладно, кулачка сейчас мы замочим электриком. Интересно, а... О, кстати, в этом году уже вылетел Человек-паук вдали от дома. Надеюсь, они добавят Мистерио в игру. Вот так тебе. Электрик наш, победивший самого... Верховного симбиоида. Тот, что нанес ему сокрушительный удар двумя ногами. О, и сейчас он нанесет ему сокрушительный удар еще раз. Что, тот раз не хватило? Еще раз захотел? Бам-бам-бам, верховник. Да. Что, в тот раз не хватило тебе? Вот тебе еще один раз всадили тебе с ноги. Я война. Скажу честно, призыватель. Я не особо верю в мотивацию Фьюри или Марвел. Или в то, что они это они. Мы уже не много обманов видели сегодня. Нам нужно не терять бдительности. Но в любом случае, я думаю, новая Денверс ответит на наши вопросы. Дискорд. Ладно, так. С этим сейчас разберемся. Тоже легко. Стоп. Против него, блин, надо было этого змея брать. Стоп, или я змея взял? А, да, я змея взял. Просто заметил, полукал. Пахнул. Ну, тоже вынесли легко. А кто у нас дальше там идет? Ну, сейчас тут после прокачанных персов вторая глава очень даже легкая. Легко там побеждаются. Кто у нас там идет? А, финальный босс. Ну, он быстро пройдет эту главу. Вот. Вот третью главу, наверное, придется уже растянуть на 2 видео. Стоять. Марвел, ты хорошо знаешь, что за существа здесь бродят. Чем дальше мы идем, тем больше вероятность, что тебя заметят. Я видел этих зверей не один и не последний раз. У нас тут тоже свой интерес с Роном. Как и у всех. Ведаем мы это или нет. И именно поэтому я вас не пропущу. Мы пройдем, если это потребуется, обвинитель. Попробуйте. И вы узрите, чья воля сильнее. Могли бы хотя бы на каждую игру, чтобы побольше добавлять боссов в виде редких новых персов. Они, блин, вот Ронан, это вообще старье.
Рунин еще старый, уже перс, он уже не такой. Могли бы новых каким-нибудь добавлять. Ой. А, не блокируется удар. Ах, надо было предусмотреть. И взять осьминога. Не посмотрел, ладно, осьминога надо было брать, он. Вот. Он как раз не даст энергию накапливать. Осьминог самый лучший выбор. Давай еще лагай мне тут. Как отскочить от атаки, которая не блокируется, причем от нее нельзя отскочить. То есть это луч, который в тебя бросается, и заблокировать его нельзя. Вопрос. Че за бред? Чем его виден лучами атакует? Неблокируемыми. Да, придется оживлялок тратить, потому что, блин, лучи нельзя заблокировать, а никак. Только пусть бьет меня в блок. Давай используй луч, я лох. Ну ладно, сейчас другого перса возьму. И мы же битву завершу. От лучей надо, короче, ускользать. Давайте. Не, хилу не. Змеевик пойдет у нас. Хела тут не помощник, потому что надо качать во время боя, а мне тут нужно все. Все. Разделались. Следующая половина главы идет. Что я тут получил? Не очень все полезное. Ладно, идем дальше. Кажется, сильнее ваша воля. Мне вас не остановить, но я останусь с вами. Вам понадобится моя помощь в бою с этими врагами. Как хочешь, но мы за тобой следим, пришелец. Не переходи черту, обвинитель. Я не планировал этого делать. Мы вместе найдем этого двойника.
Возможно, она наша единственная надежда, но она должна научиться справляться со своими силами, пока не возникли последствия. Так, смотрим, какой путь даст нам большее преимущество. И даст нам он вот тот путь. Нет. 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 Так, понятно. Короче, вот к этому пути смотрим. Какие порталы мы сюда ведут? Не тот. Тут придется искать порталы, которые ведут куда надо, блин. Нет, это тоже ведет к боссу. Тоже ведет к боссу. Но это все не все. Блин, где нужный портал? Куда идти, чтобы туда... О, вот. Вот этот, да? Ага. А сюда... Сюда он сведет. Вот этот, шестой. Так, вот тут у нас легкий, звездный. Против него у нас... Есть пушечное мясо, зимний солдат. Давай. Ладно, ждем, когда у него закончится бессмертие. Наносим сокрушительный удар. Да. Получите и распишитесь. Так, тоже немножко осталось, и можно отдыхать. Хотя, может, прямо сейчас, наверное, запишу прохождение последней главы, но выложу потом. Ха-ха. Человек-паук. Ну ладно, давайте Хелу, она... Против него у нее улучшение. Легко и просто. Не, Хела. Она тебе песенку спела про то, что ты паук из... который... Не знаю, какую рифму придумать. Силами? Если у нее есть силы, тогда какой же она скрул? Неважно, кто... Кто-то носится по миру битвы, используя мои космические силы совершенно безответственно. Ее нужно остановить, взять под контроль или то и другое. Я пойду вперед. Я могу преодолеть большие расстояния, чем все вы. Я знаю свои собственные трюки. Буду на связи. А я пока разделаюсь с вот этим вот чуваком при помощи осьминожки.
хлопчик. Естественно, ты намеренно купишь вот так. Ну, ты просто не успеешь накопить, потому что я тебе разнесу. Так. Враги дохнут, как жуки. Ведь их давит Альтаир. Враги дохнут, как жуки, ведь их давит Альтаир. Ну-ка, враг мой, подойди и по носу получи. Дам я в глаз подж... Сейчас, как там еще... Что-то стихотворность пропала. А у нас тут демоны нападают. Это ж нужно побить. Ведь я зеленый, как Дунгай. Слышал сразу? Зеленый, как Дунгай. Вот так. Получили. Я зеленый, как Дунгай. Демонов бью. Их. А они. Ай-яй-яй. Тоже ерунда какая-то. Ну хотя бы сам, а не при помощи какого-то генератора стихов. Железный чувак. Воитель. Интересно, вот когда появится в игре маэстро из Человека-паука Толиадом, интересно, он будет это с плащ, это с шлемом или они не поленятся ему лицо сделать? Ладно, ко мне надо в другую игру зайти. Будильник, то что надо в другую игру зайти, чтобы там тоже все сделать. Что? Страшно? О, что так уже. Так. Вот так тебе. Не понравилось, что я спецатаку активировал и улучшил себе силу. Поэтому отпрыгнул. Но его это не спасло. Потому что он... Лучше материться не буду, потому что он... Пип! Запикаем это слово. Но слово понятное. Командор Фьюри. Командор Фьюри. Агент Джонсон. Рад, что с тобой все хорошо. Докладывай. Сложно сказать, кто есть кто, сэр. Все так плохо, как вы и предполагали. И там уже полно двойников, тройников, четверников, пятерников, десерников, там все очень плохо, короче. Ставки не в нашу пользу. Все как обычно. Конечно, у нас есть призыватель, капитан, Иронан обвинитель.
Ронана объедатель. Так что мы тоже не с голыми руками. Кстати, естественное прозвище его. Ронан объедатель. Электрик. Давай электруша. Игрушу скушай, которая нельзя скушать, потому что это лампочка. Он электрический. В каком-то смысле он может съесть лампочку. Легкое просто. Разнеси всех врагов, преврати их в прах и пепел. Финальный босс. Росомаха, блин, откуда взялся, извините. Да, маленькое пополнение энергии можно. Чё тут делает Росомаха? Все вперед идете, а? Что, думаете, это какое-то вторжение? Чего бы вам тут всем надо было в таком месте? А ты думаешь, я просто так тебя послушаю? Я видел, что ты делаешь. Разрываешь людей на части. Вокруг достаточно хаоса без ваших зеленых... Думаю, тоже понятно, чего и где вы все только хуже делаете. Тогда просто запомни. Ты и твоя маленькая Марвел напали на нас, Фьюри. Давай, этот Чейнджлинг. Эх, опять забыл посмотреть, какие у него, блин, способности. Может, у него тоже атаки не блокируются. Ну ладно, осьминожка разнесет. Особенности у него, короче, похоже, никаких нету, просто разнесем его и все. Легко и просто. И наконец-то этот уровень тоже можно закончить. Это мы все тоже прошли, точнее прошел я крут, ведь я лорд Альтаир. Все завершено. А в следующем видео вы увидите, чем все закончилось. Победят ли чейнджлинги наших героев или нет. Но это мы узнаем только в следующей главе. Продолжение следует. Можете на этом закончить видео. Я просто пока кристаллы пооткрываю.